На небе жил прекрасный ангел, и делал людям он добро, даря любовь, неся им счастье. Не ждал взамен он ничего, и как-то утром на рассвете, летя весь в нежной синеве, увидел с высоты небесной двоих блуждающих во тьме, то были женщина с мужчиной необычайной красоты. Но не было между ними силы, свет излучавший вместо тьмы, так захотел помочь им ангел. Опустился вниз он с высоты, хотел зажечь сердца их светом вечной пламенной любви, хотел зажечь сердца их светом вечной пламенной любви. Но промахнувшись по неволе, ангел, стреляя на лету, сердце ее пронзил стрелою. Стрела ж ему ушла во тьму, она зажглась небесным светом, любовью ослепляя вдруг. А он лишь скрикнул: что же это? Так ярко стало все вокруг, а он лишь крикнул: что же это? Так ярко стало все вокруг. И ангел, не имея силы подняться снова в высоту, вонзился в сердце он мужчины, чтобы зажечь любовь ему, чтобы любили мы, не зная про безответную любовь, ради любви себя сжигая. Нам ангел жизнь отдать готов, чтобы любили мы, не зная про безответную любовь, ради любви себя сжигая. Нам ангел жизнь отдать готов, небесным даром наделяя, любить, как в сказке наяву, ради любви себя сжигая. Нам ангел отдал жизнь свою.